Итак, ребят, всем привет, мы продолжаем проходить Билл Спитер на Трайл Хайт, и я совершенно забыл вам показать арену в комплекте разработчика, поэтому сейчас я вам ее буду прикладывать, и пойдем мы с вами выполнять DLC Павла. На следующее я буду DLC Павла, вот, сейчас я вам быстренько покажу. В принципе, можно идти так, ну, в общем-то, любое оружие беру. Сейчас возьму, например, человека и начнем бой. Подлинки уделаем максимум. Сделали один килл, в общем, вот так вот. Быстрый показ вообще. А то я странно. Так, главы. Павел, поехали. Не везет в последнее время. И у фашистов в плену был, и рейнджера завербовать не смог. Да потом он же меня чуть не зарезал. Хорошо, хоть основное задание товарища Корбута на Венеции выполнил. И тут же снова попался. Старею, что ли? Интересно, где я теперь? И долго ли добираться до красной линии? Ну, блин, ё-моё! Ты сука! Павел. Ну чё, красноперый, одуплился? Вставай, сука! Вообще лично я бы тебя падал перышком чик и всех делов. Но у бугра нашего есть что вам красноперок чисто конкретно предъявить. А бугор, если что решил, то стопудово зуб даю, понял? Видал, что у нас тут? Электростанция, бля. Так что сейчас мы тебя шармем и будешь динамо крутить, пока не сдохнешь, как козлина драная. Ах ты, сука! Бежим отсюда. Нахрен бежим и все. Ребята, за Павла. За Пашу. Так, возьму торговый. А не выстрел, конечно, но черт. Это карась его на вшивость проверяет, пацану налекает. Волына-то без масляр. А, езжай без базара. Приклад. Надо, походу, завязывать с бухлом. Да-да-да-да-да. Их молчи. Давай, давай, бля. Так.
Алюминием, до выстрела будет не второго. Ну, чё, мнёшься? Сам чё мельтешь? Очкуешь? А мне-то чё? Давай! Не гунди под руку. Кстати, на арене можно это, против любого вообще выходить. Ну все, давай, или... стреляй теперь. Ща дам, ля. Давай, давай, бля. Ща дам, ля. Играет русского рода. Ну, чё мнёшься? Сам чё мельтешишь? Ну чё, бля, давай ещё. Давай, бля. На, бля. На, бля. Так. О, стоп. Стоп. Берём. Один патрон, правда. Ну ладно. Брателло, а со светом чё за тема? Чё за... А чё случилось-то? Чё ты спросил? На. На. Чё там, брателло, фаши опять подвалили или чё? Ну, подвалили. У них с бугром чисто конкретные тёрки. Так чё, и с ганзовскими, и с фашами сразу? Ну а чё? Бугор реально, ну какой кофе так накидался, брателло, и загоняет, и у фаши на валу. Надо, брателло. Ну всё, брателло, конкретно. Вот оно тебе надо. Мне хрен делать чисто. Э, чё за херня? Где свет? Чё там за сука выключила? Ща найду, грабли оторву нахрен. Давай. На чисто на. Слышно? Парпина. Блять, что ты? Да? Окей. А чё, за бугра? За товарища Москвина, чтобы он был здоров! За бугра. Напился. Ух, забирает как! Стоп. Возьмём аптеку. Забираем сюда. Слышь, братуха, а ты не в курсах, что там за бункер-шмункер полезовские надывали, а? Ну, чисто пацаны звонили, что хабара там реально не метит. Ну, чисто маслята, мульки, центриков чисто всяких. А, так вот, что мы их на пике ставить идем. Реально, суки, рамсы попутали. Такие центрики закрысить. Ну, надо их, бля, поучить реально, а то реально попутали. Так, прикинь, быренько так. Пойдем дальше. Слушай, а ты не слыхал, кто там за шум был, как мы выезжали?
Да так, краем уха. Говорят, на электростанцию красные напали. Эмля! Чё за движение? Да так, краем уха. Говорят, на электростанцию красные напали. Ни хрена себе. Перемирие. Да там темная история такая. А. Вот так. Поймать и вздернуть хотели. А что? Ого! Ценный, видно, шпион. Эмля! Чё за... Ну где хрен там какой? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, нет. Так, что-то сломало. Вот-вот. Ну чё, погорело чисто где-то чё-то. Пацаны починят, чё вы как эти? Как фашисты чисто. Да ты бля, дал, прошу. Они же есть фашисты. Все готово, можно стрелять. Сейчас посмотрим. Ну вот, точно не до человека. Да? Зря мы с ними связались. Эй, что такое? Боже, что? Что-то их очень много. Они прям впалили там на горке. А вы какие прям... Чё, мля? Перемирие. Чё-то там... Да там тёмная история такая. Понял. Так. Да так, краем уха. Говорят, на электростанцию красные напали. Ни хрена себе. Перемирие. Да там темная история такая. Чё за хрен поймать? А, бля! Братаны, тут штука! Они же мурат сразу же палят и всё. Да так, краем уха. Говорят, так. Все готово, можно стрелять. Сейчас посмотрим. Ни одной десятки. Плохо. Продолжаем. Вообще шикарно. Может быть, даже не видели. Что? Кто здесь? Непонятно. Лол. Показалось. Ладно. Все-таки. Так. Я вышел! Огонь! Вот. Сядь, бежали. Идея ясная, попал или нет? О, кстати, ну-ка. Вот, ты чё так отстрелялся? Вот тебе патроны. Всё хорошо, прошли. Слышали, но... Чё за... Ты уверен, что меня тут? Чё за дела? Ищем, суку! Сохранение могу сработать, если бы я...
Меня отпалили. Все уже. Только таким образом, из-за того, что... Я же не в кого всю колю. Что-то вот тяжко.
купил. Как бы бежать аптечки я еще. Что я сам сюда готов? Что, реально? Я сам сюда готов. Вот и все. Готово, ребята.
Не, ну хорошо, хороший ремонт получил уже, хороший. Ладно, там уже конец. Вести. Сейчас мы быренько. Вести. Как тут стоять? Неплохой замечек получился, даже вот по снайперу по головам немножко. Все. Ну зачем? Там уже, в принципе, стрелять особо не нужно. Как-то можно просто уже бежать. Валера? Не, не Валера, ходи давай. Извини, братуха, обознался. Ты там ударника нашего не видел? Но его пацаны на минутку позвали пострелять. Браво, не видел он там никого, ты ходи. Степа. Да чё ты не летишь? Антракт еще. Не трожь инструмент. Да чё ты паришься? Вон, у него даже руки чистые. Действительно. Тимон. А? Да не ты. Здорово, пацаны. А где чё вообще они? Все? Ладно, давайте я просто... Надел отбил. Эй, брателло! А вот граната лёд! Слышь, есть маска. Кому? За углом пацанчики, лафари. Собирай! Дешевле очень в пять мало раз. Осталось. Зажигалки! Дайте лошью закурить. И проходите мимо. Подайте. Позолоти ручку. Смотри в шар, дорогой. Все вижу, все, что было. И дорогу дальнюю, и казенный интерес. Все вижу. И ветер быстрый, и палаты темные. Дом вижу, и неладно в доме. И черно на сердце. И трубы медные, и воздух. И встречу новую, и кручину тяжелую. И друга нежданного, и тучи черные. Да что же это такое? Да как же это? Ой, золотой, ой, яхонтовый, идти тебе надо. За тобой по пятам судьбина недобрая. Не гневи, не смотри больше, не спрашивай. Скажу только, дорога дальняя впереди. Держи. Павел Игоревич, вы здесь? Вы меня узнаете? Это же я, Янек. Докладываю, внедрение прошло успешно. Все как инструктировали. Сам не заметен, зато в центре событий. Вы сейчас на красную линию. Там на перроне сейчас как раз дрезина. Наши люди. Так что довезут. И да, Павел Игоревич, самое главное. На дешевый стриптиз не ведитесь. Кидалово это. Сюда, скорее! И проходите мимо. Подайте на пропитание калики перехожим. Давай, давай, а то опоздаешь. Ну, а тут наконец-то не передо. И что ж, все, ребят, увидимся мы с вами уже в следующем DLC. Всем спасибо, всем пока.